Всем привет, дорогие друзья мои и подруги, с вами как всегда Алекс, и это безумно классный режим ДМЗ, который мне не прекращает нравиться. К сожалению, в магазине здесь больше ничего нету, я уже жду как бы нового сезона по боевому пропуску. Я хоть и не часто играл, да, не каждый день далеко, конечно, даже, но продвинулись мы неплохо, нам осталось два сектора зачистить, и мы будем ждать уже как бы второй сезон. Давно пора уже, как по мне. Так, пройти крепость Вальбагра. Слушай, а мы это сделали уже все, да? Пройти высадка. Так, все. Тайник, пройти Вальмазар Сити. А что это значит? Не понял. О, давай выберем. Тайник заполнен. Так я и так ключи с собой взял, ребят. Что здесь еще взять? Это что у нас? Ключ от главного корпуса курорта в Мавизехе потертый. Что у нас от кабинета казармы? Что у нас здесь интересно повторяется? О, от полицейской академии даже есть. Вот есть два, да, от склада. Кушак потертый и потертый, да? Давай этот уберем. Возьмем с собой, точнее, вот. Так мы сможем взять новую миссию. Доставить боевое снаряжение в мусорный бак переулки Сарфан Хотел к северу от отделения почты. А что за боевое снаряжение, честно говоря, не знаем. Это интересно. Так, фрагменты данных темного этого я так и не понял. И авиаудар. Ладно, поехали. Разогревочная каточка. Я еще не разогревался. Сейчас посмотрим, что за рандомы у нас будут, если будут. И если это все не вылетит, и я это все не потеряю. Три ключа, средний рюкзак, да, или большой рюкзак, третью броньку, или какая у меня там, непонятно. В общем, посмотрим сейчас. Добро пожаловать и будьте внимательны. Враг повсюду. Самый нелюбимый мой спаун. Куда здесь бежать? Здесь бежать вот можно. Здесь делать... Квестик очень близко, кстати. Это единственное, что здесь можно. Берем снайперку трофейную с прошлого раза, так сказать. Смотрим, что у нас там. Что-то тихо как-то. Опа. Здравствуйте. Да иди ты нахер. Лучше перелететь, мне кажется. Зеленый куда-то отдалился. Совсем отдалился. Так, и надо посмотреть миссии. Я постоянно забываю. Что мне сделать надо? Ну, подрыв, это понятно. Это для денег. Больше всего. Это для денег, чтобы купить что-то интересное. А вот откуда у меня ключи есть? Подожди. Данных, базы снабжения. Так, вот это сделать. Этот сюда пошел. И остановился. Очень интересно. Очень интересно. Так, мне надо сюда, да? Хорошо, хорошо. Желтый бежит. Прямо за мной. Опа, смотри, бот снова в воздухе. Опа, приземлился. Ты видел, как приземлился? Заминируйте припасы и уничтожьте их. Да запросто, если... Опа, там кто-то был. Меня зацепили! Ага, то бот. Здесь меня сзади что-то никто не кроет. Опа. Никто не кроет. Броню вставь. Броню вставь. Не, что-то нажатие работает как-то уже, я не знаю. Мне кажется, вначале работало гораздо лучше. Гораздо лучше все. Заряд заложен. Берегись. Оцепляйте периметр и следуйте к следующей цели. Все, пошли в следующую цель. Вот туда, все. Меня лично...
не сильно интересует тут все остальное. Я охранять не собираюсь, это говно. Его можно не охранять. Они не разминируют. Удаление 2 километра. Ноутбук возьми. Наконец-то. Пулемет очень долго уходит. Очень долго уходит. Зеленый стоит на месте с такой броней, слушай. Основная цель уничтожена. Идите к дополнительной. На самом деле надо броню купить мне. Ой-ой-ой, там уже. Как пробежать тогда? Дина 4 в точке эвакуации. Опа. Учтите, долго ждать мы не сможем. Игроки уехали, ай-яй-яй. Они были здесь. Я ваншотный, вообще брони нету. Надо быстро сделать этот контракт. А это боты. Это боты, то были игроки 100%. Что ты сказала там? Стрёмно или что? Мне показалось. Стрёмно, да. Боты не заагрены. Там нет игроков. Ультра, заряд готов. Выставляйте охрану и... Все, уходим подрыва. Отсюда. Блин, вертолет прямо здесь, а? Это у меня все есть. Мне бы денежек. Ключ от магазина телефоном. Я не знаю, кому надо. И хилочку, пожалуйста, нет. Хилочки нету. Нифига себе. Это он меня увидел так, да? Ультра-1, цели поражены. Перевожу деньги. Так, отлично, деньги заработали. Ультра-1, поступили сведения, что рядом с вами есть сейфы противника. О, сейф! На карте. Сейф, сейф там. Сейф вот. Вот, берем сейф и идем в магазин. Ну, такой план. Ультра-1, беспилотник уходит на дозаправку. Игроки, боты, не знаю. Перезаряжаюсь, иду за сейфом. Тут у нас еще какой-то контракт есть. Налет на хранилище оружия. Не знаю, что дает он. Я под обстрелом. Не знаю, что дает он. Бронепластинки взял. Ультра-1, напоминаю, сейф под охраной. Готовьтесь. Он пока уберет пулемет, чтобы зарядить эти бронепластины. Это жесть. Давай тут посмотрим. Бронепластины есть? Есть.
Да забей им, им жопа. Вроде самая высокая точка сейчас у меня, да, здесь, по крайней мере. Можно осмотреть и охоту на игроков устроить потом. Нужны денежки на пластины. Интересно, там никого нету, там очень много вкусняшек. На горе вроде не вижу никого. Это бот, чувак. Перестань ставить меточки на бота. Ультра-1, сейф открыт. Забирайте из него все. Ты что, забираешь с моего сейфа? Офигеть, короче. Так, я пошел сюда. Он все забрал с моего сейфа. Так, это игроки, не игроки. Блин, с ними играть, конечно, я понял. Тайничок. Опа, рюкзачок. Ящик с боеприпасами. Вот он, тайничок. Третью броньку подлутал. Кстати, все, мы в соло остались. Мы остались в соло. С чуваком. Точнее, ну, вдвоем в соло. Это третий у нас выбыл. Может, завис. Это ботинки. Ботинки. У тех, у ЧВКшников черная тачка была. Такая неплохая. Куда-то уехали. На меня не обратили внимания. Пробитие со снайперки машины, хотя я в водителя целился. Какие-то минимальные. Мне бы еще авиаудар, вот, чтобы ботинки вот так вот были. Понял, ключ надо. Здесь квестовая херня. О, блядь, что, дураки, что ли? Мне надо авиаудар купить обязательно. Ультра-1, напоминаю, сейф под охраной. Готовьтесь к перестрелке. Плашечку. Плашечку. Так, чтоб перестрелки меньше было. А чё у меня счётчик Гейгера с собой? Офигеть. Плашечка есть еще. Блин, ну и ботинки, а. Ранг повышен. Сколько можно повышать уже? У меня счётчик Гейгера вместо оглушающих стоит. Будьте бдительны. А этот все ботово, знаешь как? Вместо счетчика Гейгера возьму. Так, вместо счетчика Гейгера. Потом магазин надо будет. Он там прикрывает, молодец. Вот еще есть. И где магаз у нас? Вот магаз. Точечный авиаудар есть. Офигеть. Офигеть, есть точечка. Так, надо выдвигаться отсюда. Надо выдвигаться отсюда явно. Точечку я взял, теперь надо мне посмотреть, где скопление ботов. Подожди, 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 да я. Да, я не стреляй по ним. Подожди. Я хочу посмотреть, где побольше их. Тут один. Так, мне надо дождаться вертолета, грубо говоря. Пойдем туда. Я сейчас попробуем сделать ход конем.
Пойдем. Ой, блин, я так боюсь, когда ты водишь. Смотри, куда бьешь! Деньги — это хорошо, конечно. Здесь их мало. О, машина приехала где-то. Или мне показалось? Мне надо перезарядиться на самом деле. Ага, гранату кинул бот. На сейф и на магазин. Мне надо, чтобы прилетели они. Ботинки, чтобы я их, ну, хотя бы... Не понял? Метка слетела. Это иногда раздражает. О, здесь есть ботинки, да? Вот мусорный бак. Кстати, но мне, по-моему, в этом городе надо оставлять. Понял? Защита от радиации все-таки. Все это херня. У меня есть окно сюда? Есть. О-о-о! А, не это. Так, этих уберу. Царапина. Этих уберу. Активность в районе повысилась. Смотрите в оба. Во, вертолет. Не-не-не, не стреляй. Прошу поддержку с воздуха. Цель принято. Отмечена. Феникс 2-3 на курсе. Я ранен. Ну как, сколько? Прямое попадание. Сколько я убил? Использовать авиадар, чтобы убить противников. 1 из 10. Вы что, гоните? Вы что, с ума сошли? Сколько здесь было? Ну это жесть, это так не работает, ты видишь? Так, то есть, не работает. Это не противники были. Это были не противники. Здесь все полутал уже, да? Плашечка. Плашечка. Ультра сейбанный. Забирайте из него все. Слышь, ну ты из Сидбаза, блядь. Сидбаза. Прошу разведку с воздуха. Авиаудара не было там. Так, мне надо. Боты. Вроде тоже боты. Везде боты. Где магазин? Вот магазин есть. Но тут стрёмный магазин. А, вот магазин есть. Вот магазин есть. 600 метров. Надо машина. Исполнители противника захватили оружейный ящик. Следите за ними по тактической карте. Мне надо магазин, мне надо авиаудар, я хочу закрыть этот квест. Но один, ты представляешь? Один. Это ботинки. Бля, можно магазин снова отметить мне? Почему слетает это говно, блин? Мне же неудобно отмечать-то. На ходу так, вот так прямо, сразу. Здесь еще сейф есть. Кстати, очень недалеко. Вот магаз. Он уже в магазе. Он уже в магазе. Ему насрать на ботов. Это такой вот собственник, знаешь.
Ладно, чинись, есть ли тут авиаудар? Давай продадимся. Меня зацепили! Блять, ты прикрывать будешь? Нет, смотри, полутался, короче, и здесь сидит. Ультра-1, мы заметили рост активности вашего. Блять, какие рандомы. Да нахер мне твои боеприпасы, отвали от меня. Блять, буду в соло играть, наверное. Надо саморез брать, наверное, потому что... Ну, там ботинок ходит. Все купил, не знаю. Так, я все продал, да? Так, теперь мне саморез, бронетранспортер, бронежилет. Нифига здесь нету. Дрон Камикадзе только есть. Куплю два самореза, пластинок наберу. Ну, дрон Камикадзе возьму, ладно. Нету нифига. Нифига, что это за ключ? Нахер этот ключ? На. Оружейный ящик. Дрон Камикадзе пусть будет. Так, чё, ладно, на выход, наверное, не стоит затягивать. Это что, доставка груза, ящик снабжения. Здесь где-то был выход, вот. Я предлагаю вот этот сейф еще. И на выход. Смысла никакого я не вижу больше. Смысла никакого. Хочешь за ящиком? На, иди. Блять, какой жадный этот сит-база. Это просто жесть. Это просто жесть. Иди за ящиком, смотри. Где ящик здесь? Где? Где? Давай я тебя подсвечу. Вот, иди. Иди, смотри, вообще рядом. Очень рядом, иди. Лутай, не хочешь? Иди, лутай, иди. Иди, лутай, я потом за сейфом съезжу. Боты даже не видят. Иди, мне просто оружие не надо, ничего. Пусть лутает. Все, залутал. Мы наносим минометный удар. Что, сюда нанес минометы? Зашибись. Союзники наносят авиаудар. И авиаудар еще. Слушай, может, ботов так покромсает? У меня авиаудара нет до сих пор. У меня дрон Камикадзе. Вот зато я сделаю этот квест с авиаударом, да? Если сделаю этот квест с авиаударом, то все. Авиаударов у меня будет куча здесь. Это как в Таркове, наверное. Ультра-1, внимание, ветер усиливается. Идите в точку. Пора на выход, да. Пора на выход. Все, сейф. Сейф этот не подлутаем, наверное. Пора на выход. Где там? А, ну так мы в крайней зоне еще. Успеем сейф лутануть. Ветер усиливается, начинаете там. Я под обстрелом. Закройте двери. Так, вскрытие сейфа, да, я перезаряжусь. Может, авиаудар будет там. Мне тут деньги нахер не надо. Все это не надо. Мне надо только... Пошел за машиной. Эту машину угробили мы. Да не волнуйся ты, сит-база, блин. Успеем мы на выход всегда.
Ветер усиливается. Еще подожди. Успеем. Еще, может, ЧВК постреляем там. Мне не деньги нужны. Мне 58 тысяч. Все мои сейфы подлутал. Слышь, иди нахер отсюда. Смотри, куда бьешь. Ультра-1, сейф открыт. Забирайте из него все. Да... Меня зацепили! Да пошел ты нахер, слышь, еще по мне стрельнул, блядь. Короче, ну его нахуй этих рандомов, блядь. Сидбаза, слышь, лутает, все, нахера тебе деньги? Сел, слышишь, блядь, сейф хочет залутать. Вообще офигеть, просто потерянные рандомы. Это самый жадный рандом, которого я только встречал, вот этот. И реально, самый жадный. Самый жадный. Он тупо садится сразу возле сейфа и тупо хочет его залутать. Самый 58 тысяч. Он думает, может, за них опыта много дадут. Так я скажу, не дадут. Так, а здесь магазина рядом нету. Блин, здесь магазин, вот здесь аж. Блядь. Я увидел, я пока магазин смотрел, я увидел. У него нету этого, чувак, нету у него авиаудара. Не, у него самореанимация есть, всякая херня. Авиаудара нету. А чё мне за авиаударом идти, куда? А ты вертолет вызвал, чучел? Или мне это делать? Ультра-1, это главный. Ветер распространяется. А, или этот вызвал, наверное. Двигайтесь в сторону площадки. Так вызвал кто-то, не? Я не слышу ничего просто. Я не слышу вертолета. Мы убили его, получается, и чё? Нельзя вызвать теперь или что? Точнее, я убил его. Вот так сейчас выйдем, короче. Мне то не жалко ничего из этого. Меня интересует, где они. Я готов умереть тут. На выход нажми. Пойдете впереди. Опа, это что за хер? Дал по броне. А где мой? Он вышел. Вызываю огонь! Цель отмечена! Блять, ты куда-то вызвал. Не туда. Отсюда стреляли где-то. А, вон челик. Ног, 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 ног! Чё за херня? Ящики пробивают, алё! А, еще снайпер здесь сидит. Понял, понял. И мой вышел, или его убили, хер его знает. Все равно. Короче, банально, я так понял, до Мазариха я до города вообще не доберусь.
Я до города не доберусь. Здесь, по сути, бы хорошо бы на корабль сходить. О, повезло. Но на корабль я не схожу, видать. А может и схожу. И чё ты там нащёлкал? А как ты видишь отсюда ЧВК? Да ладно, ты вот так со снайперки видишь? А, бинокль. Бинокль есть, смотри. Ну пошли туда. Пошли сближаться, что ли? Мне-то какая разница? Пусть подъедут, пусть подъедут. Серьезно? В них стреляй! Да, это фигня полная. Это я не знаю, что происходит. С Warzone он будет по кругу ездить. Кинул оглушающую. Берегись! Бля. Ультра-1, мы заметили рост активности в вашем районе. Бросаю Семтикс! Блин, есть. Есть, вот он. Добей его. Порядок, я с тобой. Вот, вот враг. Вот враг. Ёлки-палки. Не бойся, я тебя вытащу. Это я его бронежилет стырил. Некрасиво. Некрасиво, как отдать не... Я в порядке. Меня зацепили! Одного уложил! Ёб твою налево, что? Кто эти люди? Не, все, игра, мне кажется, заканчивается. Понял. Я бота убил. Семтикс, берегись! Нокну. Хер его знает, что это. Выполняйте контракты, в отставку, чтобы зарабатывать на улучшения и модификации. Я под обстрелом! Да кто там, блядь, чё за боты? Лодка ещё, да чё за такое? Минус. Нокнул. Вот здесь ещё один. Я ж меточку дал. Ёлы-палы, чё за катка? Я не могу бронежилет другу отдать. Мне стыдно, что я его взял. Вот этот пулемет мне нравится. Собран идеально. Чё там, всё нормально? Я снайперку возьму. Главный, над вами БПЛА противника. Я снайперку возьму еще. БПЛА противника. Еще противник. Я не знаю, это ивент какой-то. Достань Алекса или что? Все, броню он взял.
Слава богу, потому что мне реально стыдно было. Я нечаянно. Офигенный пулемет, я бы хотел сохранить и посмотреть сборочку его. Средний рюкзак заберем. Сигнал. Сигнал — хорошая штука. Ультра-1, вы взяли жетон. Теперь вас преследует отряд противника. Смотрите. Офигенный пулемет. Смотри, вход не такой долгий. Надо посмотреть модули. Ультра-1, активность в вашем районе растет. Будьте бдительны. Это боты. Это боты, чувак. Это боты, все. Это все боты. Пулемет уничтожает просто. Координаты на вашей карте. Пулемет имба. Я как ей говорил, да? Знаешь, что это за пулемет у меня в руках? Это МГ-38 Сакина. Очень, очень неплохой. Куда? Куда ты уехал? Я думал, мы вышку пойдем делать. Ребята, а пошли в город этот, а? Ультра-1 это главный. Вы у цели. Достаньте счетчик Гейгера и проверьте район. Давай проверим район. Мне надо деньги. Мне надо в Мазар-Хар. Папа... Это бот. Что-то сагрились как боты, а? Может, то, что ЧВК мы убили? Да подожди, откуда ты там стреляешь по мне? У меня брони столько нету. Рюкзак кто-то пометил. Один броньку. Может, он не все счетчики Гейгера взял, как всегда. Может, чувак поиграл, чуть-чуть шарит, не? Сколько приехало, а? Сколько приехало ЧВК к нам на разборки, то ёлки-палки, а? Ёлки-палки. Прибор наблюдения, счетчик Гейгера. Во, один оставил. Так, мне ящик надо обязательно. Оставил боеприпасы! Вот. Пополнить, так сказать. Ультра-1, внимание, счетчик Гейгера фиксирует радиацию. Цель рядом с вами. Да, я понял, где-то здесь цель. Я только вижу. Да задрали вы, боты вонючие, а? Не, мне этот пулемет нравится, я сборочку сохраню, посмотрю. И буду собирать точно так. Вот это очень хорошая сборочка. Прям на дистанции отдачи вообще нет. То есть на какую дистанцию я сваливал, да, нет отдачи. Он не найдет, да? Нашел? Это главный. Цель. Молодец. Идите на площадку и вызывайте эвакуацию. Да рано еще эвакуация. Так, давай вместо счетчика Гейгера. Надо кому-то, не? Медальон сердечко, 10 баксов. Ребята, а ничего, что мне надо? Куда ты поехал? Да я за руль сяду. Наставили себе говна всякого. Я сверху поеду, вот так. Как пулемет. Что он делает? Чего ты делаешь там?
Клауш. Я вот так поеду, все. Музыки наставили, говна всякого, блин. Вот туда, охота на отряды, вот это надо взять. А я думаю, еще здесь, если два отряда зачистили мы, еще штуки 2-3 точно есть. И вот там вот можно так прочекать. Только не едь через центральную гору, пожалуйста. Не едь через радиацию. Он вообще непонятно куда едет. Он на выход едет. Он на выход едет, и здесь игра сказала: Алекс, ты подлутался? Ты подлутался. Вот, и поэтому я зависла. Вот, я зависла. Вот, вот так вот. Приложение неожиданно прекратило работу. Вот оно просто неожиданно прекратило. Ребята, с вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока. До скорого. Увидимся.